Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. Вот у нас квартира уже доделана, фактически сделана подогрев, подсветка, обои наклеены. Все, сейчас стелим паркетную доску. Вот она у нас сделана подложка. Подложка пробковая, она намного лучше, чем все остальные подложки. То есть подложка 2 мм, вот мы ее застелили. Получается, скотчем склеили между собой. Так, теперь далее, как укладывается паркетная доска? Ну, фактически так же, как и ламинат. Так, получается, первый ряд от стены отступается где-то в районе 5 мм, ну, максимум сантиметр, если больше, ну, вот здесь сантиметр, больше уже не надо, так как потом будет плинтус, и плинтус должен перекрыть вот это вот место, то есть плинтус где-то закрывает сантиметра, ну, 1,5-2. Так, и вот она вот так вот по всей идет. Так, укладывается доска. Первая доска у нас пошроценная, сразу же был сделан подрез под вот этот угол. Так, здесь вот обои клеили, уже обрезки всякие доклеивали, обоев маленько не хватило. Так, вот она пошроценная доска, потом дальше, также следующая доска, тут вот спиль, ну вот по всему краю спиливается вот этот вот замок, ну вот который идет вот здесь вот, чтобы тут максимально было близко к стене, то есть вот это вот место спиливается на первой доске. Так, то есть вот он, все ровненько. Дальше пошла вот цельная доска, вот этот кусок отрезается, он у нас сюда. Вот он, вот здесь вот. Ну, меньше, чем вот столько, наверное, уже не нужно делать. Вообще, как бы по тех условиям не меньше 50 сантиметров. Здесь у нас, наверное, сантиметров, да, 30. То есть меньше 30 уже не стоит. Так, все, дальше. Следующая доска пошла опять цельная, опять следующая, следующая подрезается. Так, ну вот у нас сейчас четвертый ряд получается. Вот с третьего ряда доска подрезок уходит сюда. То есть вот здесь опять же делаем 5-10 мм отступ от стены. Далее идет состыковка. То есть вот, ну, папа-мама называется. Все, вот он стыкуется. Самое главное, чтобы вот эти вот места были идеально ровные. Потому что когда будете потом сюда состыковать, вот эти места будет видно, если не ровно. Ленька, так. Дальше, так, следующая теперь доска. Теперь берется опять доска, то есть она у нас вот так вот. То есть мы ее сейчас, вот этот вот край, идет сюда. То есть мы как ее отпиливаем? Дальше. Отпиливаем мы ее так, получается, вот так вот переворачиваем. Вот этой стороной упираем в стенку. Здесь упираем в стенку. И вот сейчас, вот здесь вот, получается, вот она у нас идет, этот, ну как, паз. То есть вот здесь вот мы, получается, сделаем карандашом, отмеряем, и вот здесь вот отмеряем. То есть не по вот этой, там не по вот этой, а вот именно вот здесь. Потом мы вот это вот спиливаем, доска, она переворачивается. Вот мы ее сейчас, мы уже ее отпилили. Все, она переворачивается. И вот она у нас вставляется этим пазом вот сюда. Все, и вот здесь вот у нас как раз остается где-то 5 миллиметров. Эти 5 миллиметров они как раз за счет вот этого паза, который сюда как бы вошел, там остается. Теперь как можно уложить паркет в принципе одному, даже большой, ну, длины. Ставь сюда. Мы берем его, то есть вот так вот оттаскиваем вот эту
фазу, вот так вот ставим. Смотрим дальше, чтобы у нас было с этой и с той стороны там, по 5 мм. Дальше, вот так вот ее поднимаем и всей как бы вставляем сюда. Здесь встала, вот она держится, чуть сюда, здесь встала. Все, теперь начиная с одного угла, потихоньку, вот так вот ступим. Так, здесь маленько выше. Все. Ничего долбить не надо. В принципе, если у вас ровный пол, все сделано ровно, все подметено, никаких в пазы ничто нигде не попало, никакая там щепка. То есть он укладывается спокойно, даже никаких мужиков резиновых, ничего не надо. Все. Ну и здесь вот мы ничего сюда не подкладываем, визуально смотрим, чтобы здесь оставался этот шов. Если нужно, то просто пока еще слой этот небольшой, после его маленько туда-сюда сдвинули. И все. В принципе, все. Заходите на наш сайт euroremont.ru, ремонт квартир своими руками. Там много видео, фото, работ, которые лично я сам делал. И в основном все объекты, которые делал вообще в одиночку. В принципе, все. Так же, вот как вот этот потолок сделать, сколько там будет описание с фотографиями. Все, до свидания.